Всем привет, с вами я, Рома, и сегодня мы будем играть в симуляторе ребенка. Так, давайте выберем мальчика, конечно же. Так, это геймпас какой-то, мы не будем покупать. Так, деньги мы взяли. Так, мы вот так... И получается зарабатываем монетки. Да. И еще какие-то ребенков зарабатываем. Так, давайте заберем подарок. Так. Нет, он не забирается почему-то. Так. Вот тут есть пуэты. Ну, давайте попробуем сюда зайти. Так, есть пэт за 500 только. Ну, давайте попробуем накопить. Так. Тут есть типа ключики, есть бонусы. 10 тысяч монет за 3000 алмазов. Так, что тут есть? Давайте смотреть. Так, тут есть какой-то рюкзак. А, тут можно питомцев одевать, можно шапки. Так, это магазин. Тут эти всякие геймпасы. Так, настройки. Какой-то ребенок. А, это мы. Это коды. Нет, давайте пойдемте отсюда. Тут слишком. Так. Давайте пойдем. Это что? А, это шапки. Вот. Сколько шапки стоят? Давайте посмотрим. Наверное, тоже первая шапка стоит 500. Да, 500. Так. Сюда. Вот, там еще что-то. Но мы пока не пойдем сюда. Так, ой. Меня кто-то убил. Тут гиганты какие-то. Это не малыши, это гиганты. Так, давайте пойдем на бой. Ой-ой, зря я сюда пошел. Так. Так. О! Награда Гема. Так. Так. Вот там они сражаются. Думаю. Так, давайте уйдем отсюда подальше. Так. Отстань. Так. Пока мы прокачиваемся. Так, она меня не видит, потому что я очень маленький. Так. Не подходи ко мне. Давайте попробуем посражаться. Так, а как сражаться? Так. Иди сюда. Вот так, убьем тебя. Ай, блин, он очень сильный, но мне дали гемы, 55 гемов. Так, ребятки, сейчас я накоплю на пета и опять включусь. Так, ребятки,
Я уже почти накопил, у меня осталось всего лишь 10 монеток. И я накоплю на питомца. Так, и есть. Пойдемте купим его. И, кстати, я стал вот таким большим. Вот какой я большой теперь. Так. И сейчас откроем. Выбор мне какой-нибудь самый крутой выбор. Потому что я на этого питомца очень долго купил. Так. Бам. И... нам выпал какой-то черный кот. И это кто? Тут не видно. А, вон. Он 8%. Так. Давайте его оденем. Так, давайте его оденем. И он дает плюс 6 монет. И плюс вот эти 2 ребенка. Так. И сколько мне теперь дают монет за один раз? 9. Ну как-то не очень много. Так. Давайте попробуем. Я не понимаю, что это за новые штуки. Тут есть кнопка. Но непонятно, как их это одеть. Так. Так. О! А! Я думала, это со мной что-то случилось. Во, какой огромный уже. Я не понимаю, почему этот подарок нельзя забрать. Вот я вроде бы забираю. Но тут написано, пожалуйста, присоединитесь к нашей группе. А, группе надо присоединиться. Так, земля Канди. 5 ребертов нужно. А Марс? Марс. 3 реберта. А как реберты делать? А, вот тут надо... 10 тысяч счастья. Офигеть. Так. Ну все, ребята, с вами сегодня был я, Рома. И всем пока.